отсюда 60 километров до границы с Китаем. Ну, если там ясную погоду, можно увидеть береговую линию Северной Кореи. Здесь у нас, видите, на нас уже по 10 штук. И вот этот гребешок, он будет расти еще полтора года. И начиная с осени следующего года, мы уже начнем его доставать и продавать. Это уже будет товарная продукция. Но он будет порядка 10-12 сантиметров. Сам мускул. Каждый день едите? Да. Когда впервые сюда попал, еще зона была закрытая. Эти военные, которые обслуживали дельфинов, они вокруг себя создали ореол секретности. Здесь стоял шлагбаум, сюда въезд был только по пропускам. Это вот промысловая шхуна. Постройки где-то конца 30-х годов. Там вот дальняя шхуна, вон останки, там была и научная лаборатория. Часть судов вот на той стороне, она использовалась как гостиница. Вот. Ну и, собственно, вот это тоже использовалось как гостиница. Ну, со временем все пришло, обветшало. Мы понимаем, насколько мы другие стали здесь, чем те россияне, которые там. Да во всем. Даже вот типажи другие, мышление другое, отношение ко всему, к жизни, к бизнесу. Ну, все разное, все по-другому. Такой плохой дороги, которая, она и даже юридически ее не существует, ее местные власти не взяли на баланс. Говорят, что нет специалистов, нет денег. Сложилось негласно какой-то договор, что ли. Мы у них ничего не просим, властей, а они нас не трогают. И, по-моему, это всех устраивает.